Всем привет, ребята, с вами Кирилл, и мы сегодня снимаем эту замечательную игрушку под названием Monster D6. Сегодня мы, получается, должны до конца пройти легкий режим. В прошлый раз мы прошли просто на стандартной сложности, и нам открылась только обычная и песочница. Так как в прошлый раз я даже не использовал другие сложности, кроме как обычным, вам не будет интересно смотреть на то, как я играю ее обычными. Так что я вернусь, когда пройду до сдутых. Что ж, ребят, я как бы быстренько прошел вот это только обычное, потому что в прошлый раз мы использовали как раз таки только обычные. Но за это все у меня появился новый герой. Вместо этого у меня появился вот этот какой-то шут или... Неважно, короче. И несколько некоторых бойцов. Как выглядят сдутые шары на легкой сложности в обезьяном луге? У нас есть 20 тысяч денег, но мы начинаем с 31 ранга, и мы не зарабатываем деньги больше. Так что надо как минимум 100% вот такие две бомбы как минимум так точно установить. И на все оставшиеся деньги, в принципе, уже... тратить на все остальное. Этот сам по себе прокачивается. Обезьянку здесь, тебя здесь, тебя здесь, тебя здесь, тебя здесь. Как раз давайте тут шипопульту прокачаем. И вот это. Тут давайте там арбалет прокачаем. Еще и меткий стрелок, кстати, прокачаем. Тут давайте, не знаю, там, какой у нас тут? Тут и тут, типа, это и это. Значит, здесь так. Ну и здесь давайте, наверное, тоже шипопульт. Так, давайте переходим к бумерангерам. Хотя, в принципе, это не так уж и важный момент. Но тут, кстати, до 60 ранга мы деремся. Давайте здесь... такие. Здесь такие. У меня, получается, ж больше нету бумерангеров, так сказать. Давайте еще одного бумерангера вот здесь установим. У нас, получается, здесь и здесь вот эти. Значит, давайте здесь прокачаем вот так. И у нас еще остаются деньги. Так что я хочу их потратить... на еще пушки, потому что пушки пробивают свинцовые шары, они наверняка там пойдут. Прокачиваем все на максимум. Так как я еще недавно... Ну, в принципе, вот. Все у нас полностью все готово. Можно стартовать. Используем с ускорением. Пока что вообще ничего сложного, потому что это 31 раунд. Это, как вы видите, уже до третьего уровня каким-то образом прокачался, хоть он даже и не стрелял. Кстати, а почему мы так как-то все плохо прям? У нас один арбалетчик эти шары пробивает. Даже не знаю, что с кем делать. Ну давайте это продадим и там хотя бы, не знаю... Тебя нельзя прокачать, чтобы видно было. Тебя можно прокачать? А, ну... Нет, все, в принципе, все норм. Можно еще кого-нибудь поставить. Давайте, к примеру... еще обезьянку, которая будет... с арбалетом. И острыми бритвами. На этот момент мы можем прокачать. Прокачу я, наверное... бумеранг Кайли... Не знаю, что это вообще такое. Ну, пока что держимся. Здесь я, получается, даже не прокачиваюсь постепенно. А вот он, кстати, прокачивается. Я что-то не понимаю вообще, как... куда шло? Вот сюда, может, или куда? Нет. Я не понимаю, это... А, вот, куда он, типа, бросает свою коктейль молотова? Ну, у нас все пока что хорошо. Можно кинуть еще раз. Новый уровень. Как вы видите, я здесь уже немножечко пособирал, так как, ну, как бы я там тоже прокачивался.
О, Муав пошел. Да, мы на 41-й волне уже. Муав, помните, в прошлой серии, в самой последней волне пошли вот эти шары огромные. Файербол! Он еще так кричит, типа, файербол! Хоть ты кидаешь коктейль Молотова, это на английском будет... Ой. К нам почти прошли, алло. Но деньги, кстати, есть. Мы можем... Давай ниндзю поставим. На нем хоть у меня и улучшений нету, но давайте попробуем ниндзю установить. Шаров дополнительная броня. Так, это реально неплохо. Так, ладно, это неплохо. Но это для шаров неплохо, а для нас это еще как плохо. Алло, мне это... Мне не нравится. Вот вы почему так делаете? Мне не нравится, как вы делаете. Файербол! Как будет коктейль Молотова на английском? Ну, наверное, вот. Я промолчал на деньги, я просто думал, что нам бойца дадут. Ну, в принципе, мне и раньше, да, дали один раз деньги. Кстати, вот сейчас была волна со скрытыми шарами, так что было немного стрёмно. Давайте убийца Муав, потому что это реально вот убийца Муав, это самая сильная, как по мне, бомбочка. Она прям вообще прям, вот вы видите, как тун-тун-тададам-тун на картинке, вот она. Ну пока мы нормально идем, даже круто и красивенько, прям все вот так вот. И все красивенько проходим, все, уже 49-я, кстати, волна. На 50-ю будет вот этот шар огромный. Муав, типа, муав. Во, да, 50-я волна. И, кстати, все пошло. Что произошло, я не понял, что происходит. Ого. Кстати, это у нас уже 8-го уровня, как-никак нормально. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, нет, тихо, ай-яй-яй-яй-яй. А, камон. Что ж, мы на 51-й волне, вернусь, когда до нее дойду. За. Ребят, еле как, но, как вы видите, я сейчас на 51-й волне, это было сложно, но я наставил арбалетчиков, чтобы другие не могли, типа... Иногда в сложном раунде может помочь смена прицела. Ага, я понял. Я просто отключил автостарт, и мне его надо сейчас включить. Ой, что-то много. Кто вас пошло? Арбалетчики очень хорошо справляются с камуфляжными шарами. Ну и на оставшиеся деньги поставил ниндзю, на котором всякое накупал. Ну и бомб с другими зачарами поставил. И еще вот катапульту. Короче, у меня здесь всего понемногу. Бумерангеры вообще не нужны, как по мне. Вообще, полностью ненужная в этой битве штука. Но это даже немного интересно. Тихо, тихо. Быстро ставь. Фух. Мой вот этот перс, я, кстати, когда я проходил, до конца разблокировал, получается, вот этих всех, зелененьких и фиолетовых, так еще я разблокировал нового персонажа. Но вот этот перс мне нравится, он с камуфляжными шарами, поставил вот этот коктейль Молотова, как он там говорит, фаербол, поставил, и все. Изи катка, буквально. Они просто об него не дают буквально пройти. Как вы видите, здесь уже я начал всякое брать, типа гвоздеметы, там фермы, бананоферма. Только вот где моя бананоферма? А, вспомнил. Что это такое? Что это такое? Ай-яй-яй! Живи! Грядет последний раунд на среднем уровне сложности. Это что такое? Ставь! Ставь! А, да? Легко. Ладно, ребят, если этот ролик стал вам полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока и всем удачи. Адиос!